Выглядит как магия вне Хогвартса. Вы как поняли, я этот любитель понюхать. Я, конечно, во все эти сказки не верю. Всем привет, меня зовут Вика, и вы попали на мой канал. Усаживайтесь поудобнее, потому что у нас сегодня будет большая распаковка. Наливайте чаек, берите печеньки и начинаем, потому что я уже себе налила. У меня накопилось очень много всего, я долго не снимала, я не знаю, может быть, я разделю это видео на две. Может быть, я разделю это видео на две части, потому что здесь очень много всего. Мне кажется, что видео получится сильно длинным. Я лучше сделаю 2 минут по 20-30, чем одно часовое. А пока можете подписаться на мой канал, на мой телеграм-канал, потому что там проходит конкурс, где я разыгрываю сертификат номиналом 2000 рублей в любой магазин косметики. Вот, переходите по ссылке в описании на мой телеграм-канал и читайте условия. Они очень простые, и именно ты можешь выиграть деньги на косметику. Ну, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube канал, потому что я стараюсь для вас, и вас уже 2000. Спасибо вам за это огромное. Я вас очень люблю, обнимаю, обожаю. Давайте не будем затягивать вступление и начинаем. Я уже, честно говоря, запуталась, откуда какие покупки, поэтому я буду доставать по мере поступления вот этого всего и показывать вам, уже говорить, где что купила. Здесь будут как рассылки от брендов, так и мои личные покупки. Я буду помечать, точнее говорить, откуда что я взяла, кто мне что прислал или купила ли я это сама. Начну, наверное, с ухода, который стоит здесь, потому что его здесь много. Первое, что я приобрела за свои кровные денежки, потому что мне безумно понравился бренд High Skin, мне нужна была пенка для умывания, я взяла ее из гиалуроновой серии. Серии с гиалуроновой кислотой. Офигенная пенка, она мне безумно понравилась, потому что она мягко очищает, не щиплет глазки. Очень круто пенится, такая мягкая, приятная пена, плотная получается. Хорошо смывает остатки макияжа и при этом не сушит кожу, после нее сильно не стягивает. Только, конечно же, увлажняться нужно обязательно тонером, но у меня не сильно стягивает после нее кожу, что очень даже хороший показатель. Пенка классная, причем бюджетная, поэтому советую присмотреться и рекомендую к покупке обязательно, если вам нужна какая-то классная бюджетная пенка. Причем она еще и корейская. А корейские продукты, как мы знаем, они хорошие, особенно для ухода. А следующий продукт, который я наношу после использования пенки, это вот такой вот Aquafluid Mist, бренд Botanic U. И, блин, это офигенная штука, на самом деле я не возлагала на него большие надежды, но оказалось, что... Это не просто какая-то водичка, которая смачивает ваше лицо. Это действительно классное рабочее средство с большим количеством активных растительных компонентов, за счет чего оно, знаете, такое, как это вам объяснить? Как эссенция, нет? Как серум какой-то? Ну, в общем, оно именно увлажняет и как молочко. Классно, офигенно, быстро, можно носить как поверх. Поверх макияжа, так и под макияж. Идеальная вещь, которую можно нанести после умывания, если вам лень там идти сразу носить тонер, сыворотку, крем и все этот многоступенчатый уход, вы можете просто взять эту штуку и нанести на лицо. У меня очень много мистов разных, но этот один из моих фаворитов, я уже писала о нем в своем телеграм-канале, и мне он безумно понравился, и я действительно использую каждый день, очень много раз он постоянно стоит где-то рядом со мной, потому что я такая, о, хочу освежиться в жаркую погоду, самое то. Я оставлю, конечно же, ссылки на все товары в описании, я постараюсь оставить все ссылки, потому что здесь очень много всего, по возможности, конечно же, оставлю. Вот, и причем продукт очень бюджетный, объем огромный, где-то 250 мл, да, 250 мл, а стоит 500 рублей, поэтому бегом, бежим покупать, пока все не раскупили. Кстати, я не поняла, что это мне прислали в качестве рассылки, но я делюсь своим честным мнением, поэтому... Собственно говоря, вы можете мне доверять. Следующее, что мне прислал этот бренд, это пилинг для лица гелевый. Я была удивлена, потому что у него очень прикольная текстура. И, знаете, он такой прям нежный, деликатный. Если у вас сухая кожа, вы хотите отшелушивания, бережного очищения нежного, то вам подойдет этот пилинг, если вы боитесь агрессивных каких-то кислот. Вот этот вариант просто супер, у него клевая текстура. Я выдерживаю на лице где-то 5 минут и потом массирую. Убираю все вот эти роговевшие клеточки и смываю. Очень круто работает, не раздражает кожу, при этом не пересушивает. Вообще супер. И советую для тех, кто хочет начать пользоваться пилингом. Это прям для новичков будет супер. Еще у меня есть вот такая вот вещь, на которую я сняла обзор в шортс, но еще не выложила. Наверное, сегодня уже выложу. В общем, это гель для душа, в который я влюбилась. Я на него тоже не возлагала большие надежды, вот честно. Я не знаю, гель для душа и гель для душа. Но оказалось, что он... Знаете, как молочко, что ли. Он круто пенится, но при этом имеет увлажняющие компоненты в составе, и за счет чего не пересушивает кожу. У меня проблема большая. У меня, как и на лице, сухая кожа.
Вообще у меня комбинированы, но склонны к сухости вне этой зоны. Очень сильной сухости, причем шелушением, высыпанием вот этим всем шелушек. Также у меня на теле, особенности на ногах, потому что у меня там просто ужас, как шелушится сильно кожа, особенно в зимний период. И этот гель идеально подходит для того, чтобы использовать его как для бритья, так и просто мыться. Я обожаю наносить его на мочалку, прям сильно вспенить, получается такая густая классная пена. Он очень нежный, приятный, и вообще аромат – это отдельный плюс огромный, потому что аромат Bubblegum пахнет офигенно жвачкой. Он у меня стоит в душе, и я постоянно им пользуюсь. Знаете, какой плюс я для себя лично отметила? Потому что у меня маленькие полочки в ванне. Мне очень понравилось, что он в высоту как бы идет, а не в ширину. И поэтому он круто стоит на полке, не занимает много места. При этом здесь объем... сколько? 350 мл, то есть как бы обычный, нормальный, стандартный объем геля для душа. Купить эти все товары можно на Озон. Очень удобно, с доставкой бесплатной, поэтому... классно, ссылки оставлю в описании. Следующее, что у меня есть, это бренд Lovent. Это российский бренд. В общем, у меня здесь три продукта. Это крем для лица, гель для умывания и тонер. Все эти продукты направлены на увлажнение. У них там есть несколько линеек для жирной, для сухой кожи. У меня для сильно сухой кожи. Значит, начну я с геля для умывания. Он, во-первых, очень такой эстетик, знаете, вообще все такое эстетичное, милое, в моих любимых оттенках. И, значит, пахнет он невероятно ягодками. Ох, я обожаю все нюхать. Мне он безумно понравился, потому что он не стягивает кожу. Это для меня главный плюс. Круто очищает, но при этом не пересушивает. Вообще офигенная штука и выглядит очень красиво. От геля для умывания мне больше ничего не нужно. Мне нужно очищение, не пересушивать кожу. Вкусно пахнуть, классно пенится. Все, больше ничего не нужно. Следующее, это тонер. Тонер тоже классный, у меня он с лавандой. Кстати, пахнет довольно приятно. Я наношу его на руки и потом на лицо после умывания. Хорошо увлажняет, питает. Сразу видно, что он сглаживает все шелушки. Хороший тонер, причем все эти продукты очень бюджетные. То есть до 500 рублей можно купить себе баночку. Вообще на 1500 можно собрать полноценный уход. Последнее, что у меня есть, это крем, и он мне покрыл больше всего своей консистенции. Это аквакрем, и знаете, у него офигенная текстура, ламеллярный вроде бы крем это называется. Собственно говоря, что хочу, это для нормальной и комбинированной кожи, что хочу вам показать. Классную текстуру, он как такой, как тянучка, поняли? Так вот он. Очень он круто увлажняет, при этом, знаете, имеет такую легкую текстуру, быстро впитывается, классно увлажняет. Для людей, которые не любят ощущение крема на лице, это просто идеально. Вот я сейчас на руки несла, они просто бархатные стали. И он быстро впитывается, за счет чего вам не придется вот это ждать, там можно прямо перед сном нанести, 2 минуты он впитался и можете ложиться спать. Вот, он у меня уже впитался, чтобы вы понимали. Еще у него просто невероятно приятный аромат. Я не могу, что это за аромат? Он меня сводит с ума. Экстракт пиона, кокосовая вода и пентовитин. Текстура покрыла, это нежность, это просто. Единственное, что я, конечно, не очень люблю крема в банках, но я готова терпеть, использовать его с лопаточкой. Я, конечно, уже сюда залезла руками, но руки у меня сегодня чистые, на удивление, да? Крем очень классный, вот его прям максимально рекомендую. Если вы ищете бюджетный крем, он стоит до 500 рублей, то я оставлю ссылки в описании, присмотритесь, подходит для чувствительной кожи. Дальше, что у меня здесь есть, это вот такой спрей для волос от бренда Asaya. Во-первых, у него очень клевая упаковка, яркая. Во-вторых, что мне понравилось, это его аромат. Вы как поняли, я этот любитель понюхать. Классный аромат какого-то, каких-то конфеток с персиком, леденцов, жвачек, не знаю, всего. И я его обожаю, тоже уже выкладывала шортс про него. Просто волосы блестящие, легко расчесываются, действует как термозащита. Классно пахнет. Не знаю, что мне нужно. Гладкость, красота, блеск моих волос, просто класс. И я его использую после каждого мытья головы на влажные волосы, потом сушу феном. И я красотка, больше никаких дополнительных средств я не использую, кроме этого спрея, поэтому он меня спасает от всех бед. Он, кстати, 15 в одном, поэтому аж 15 продуктов в одном соединил. Кстати, купить его можно сейчас на Валберсе за 500 рублей, он по скидке. Вот, и, наверное, я возьму себе в запас еще один, потому что мне он прям очень понравился. Дальше, что у меня здесь есть по уходу? Это вот такой скраб от Synergetic. Я видела много положительных отзывов, взяла себе, написано, подтягивающий. Я, конечно, во все эти сказки не верю, цветущий инжир и лотос. Старалась выбрать название аромата, но, знаете, мне кажется, что не очень...
хорошо выбрала. Выглядит он, конечно, так себе, да, скажем, прямо говоря. Аромат у него обычный, цветочный. Очень хорошие такие крупные частички, при этом он такой сахарный. Я не люблю солевые скрабы, потому что солевые мне щипят, раздражают кожу, а сахарные просто классные. Вот, если вам слышно. Очень хороший, такой нежненький. И знаете, я на теле его еще не использовала, но я вот сейчас на руке смотрю, и он так как будто бы с какими-то маселками в составе. И поэтому будет круто, наверное, увлажнять. Дальше из моих приобретений будет еще уход. Заказала сыворотку себе от бренда Finco. Финкхо, я не знаю, как это читается, это что-то корейское. В общем, в Золотом Яблоке вообще, думаю, эксклюзивно представлен, но оказывается, что в Ритуале тоже есть. Это сыворотка с центеллой, кислотами и зеленым чаем. Ну, в общем, это такая успокаивающая для проблемной кожи сыворотка. Что я хочу сказать? Во-первых, у нее пластиковая упаковка, это не стекло. Для кого-то плюс, ну, мне вообще абсолютно без разницы, потому что для меня даже плюс, наверное, потому что я не разобью ее, я очень неосторожная, и я легко могу что-нибудь разбить. Собственно говоря, что хочу сказать, у нее очень неудобно набирать ее, в общем, то есть она плохо набирается в пипетку, то есть нужно вот так вот много-много раз делать, чтобы что-то набралось, и то там наберется очень мало. Текстура у нее такая густая, как гель алоэ, а когда наносите на лицо, она прям как водичка. Пока ничего прям такого о ней сказать не могу. Хорошо увлажняет, чтобы сужало как-то поры. Не заметила. Убирать постакне тоже не заметила. Но, наверное, я не слишком долго ее тестирую, чтобы давать какие-то свою обратную связь давать. Но тоже, опять-таки, потестирую подольше и поделюсь в телеграм-канале обязательно отзывом на эту сыворотку. В принципе, на нее хорошие от других людей были отзывы. Мне ее рекомендовали в Телеграме. Очень милая девочка Полина мне рекомендовала, я даже запомнила. Вот. И я надеюсь, что если я ее потестирую еще немножко, то пойму на 100% ее действия. Что я вам еще покажу? Это свечи. Я очень люблю свечи. Первое, это мой вообще, мне кажется, favorite brand. Это Rora. Ее я приобрела в Золотом Яблоке. И она пахнет чистотой. Аромат чистоты, чистого белья – это то, что я готова ощущать 24/7. Я обожаю продомные ароматы, это просто супер. Извините, она стоит рядом, и я не могу, она сводит меня своим ароматом с ума. Причем я ее с купончиком купила за 250 рублей, хотя свечи обычно у них довольно дорогие. У меня есть другая, которую мне дарила подруга. Она такая более тяжеленькая, но очень интересный аромат имеет. Но вот это... Я не хочу ее открывать, я просто вот так ее через коробочку понюхиваю. И радуюсь жизни. Следующая свеча, которую я купила на Wildberries в коробочке. Это свеча от бренда, который у меня уже был. Параграф Collection. Что, не знаю, наверное, так бренд называется. Параграф Collection. Лист черной смородины. Это свеча с деревянным фитилем. Так, кстати, с обычным. Боже, это пахнет черной смородиной, какими-то... Как-то... сказать-то. Реально листиками. Я не знаю, как такой аромат добиться. Он тоже меня сводит с ума. Мне нравится, что у свечки есть крышечка. Я взяла ее по скидке за 300 рублей сейчас на Wildberries. У меня есть от этого бренда свеча с ароматом горячий хлеб. И она тоже мне очень нравится. Я часто ее зажигаю. Вот теперь у меня есть еще вторая такая миленькая, маленькая, классно пахнущая баночка. Так что эти свечи я вам очень рекомендую. Обязательно ссылки на нее оставлю. Это не реклама. Я правда обожаю эти свечи. Так, дальше что? Я даже не знаю. Наверное, я разделю этот ролик. Покажу вам еще одну вещь. Это минеральная косметика. Я не знаю, как вам сказать, насколько я полюбила минеральную косметику. У меня это бренд Mineral Lab. И, во-первых, все началось, моя любовь началась с того, что меня настолько классно проконсультировали. Мне подобрали тон, румяна, хайлайтер, бронзер у них в одном оттенке есть, ну, оттенок тона, корректора, все это мне подобрали, помогли, текстуру пудры, матирующую там или какую-то, у них там очень много разных. Я просто, это было так мило, потому что я очень такой еще... не смышленыш в области минеральной косметики, хотя я очень хотела, и я наконец-то протестировала, и я осталась в таком восторге. Теперь на повседневной основе я пользуюсь только минеральной косметикой. Если я крашусь куда-то на работу, и мне нужно будет целый день находиться на жаре, я работаю, в общем, да и на улице, и не на улице, везде, в течение рабочего дня могу находиться
У меня есть минеральный консилер. Все свои несовершенства я скрываю минеральным консилером. Они просто как ластиком стираются, убираются, все идеально. Сейчас на мне не минеральный тон, потому что я делала макияж бюджетной косметикой, и на мне кремовый тон. Но вот этот минеральный консилер, это просто моя палочка-выручалочка, потому что я не очень люблю кремовые продукты, они отпечатываться могут, они могут течь на лице. А это вы даже не почувствуете, не ощутите, что у вас на лице что-то находится. Я просто наношу на высыпание, потом закрепляю пудрой, тоже минеральной, и все. Я просто красотка-богиня, могу идти куда угодно, и я выгляжу очень свежо, очень естественно, при этом вообще ничего на моей коже не видно, и какие-то покраснения, они скрыты, и это просто супер. Я влюбилась в минеральную косметику, даже представить себе не могла, что это настолько круто работает, и реально работает, потому что я думала, что это все какой-то обман, но это правда выглядит как магия вне Хогвартса. Еще мне безумно понравились румяна, у меня это оттенок Baby Cheeks. И это румяна с сатиновым финишем. Они имеют такие мелкие-мелкие блестки. Я в телеграм-канале уже показывала, рассказывала, сколько это красиво просто. Мои щечки становятся такими реально детскими, такими милыми. Хочется просто так потрогать. В общем, эти румяшки, они покорили мое сердечко, как и хайлайтер. То есть три моих топовых продукта – это хайлайтер, румяна и корректор. Я влюбилась, правда. Остальные продукты я, конечно, тоже использую и тоже люблю, но это прям мои фавориты. Еще мне очень понравилась пудра. Мне положили пробник. Пудра Smooth. Я не знаю, как это правильно признается. В общем, классная матирующая пудра, которую я использую каждый день. Жаль, что это пробник. Я закажу себе обязательно правильный размер. Вот. Но румяшки, хайлайтер, который безумно деликатный и красиво сияет, натурально. То есть вы делаете макияж без макияжа, но при этом вы очень свежая, красивая. Такая прям отдохнувшая сразу. Очень круто, кстати, корректор еще перекрывает синячки под глазами. Вот. И также, конечно же, это все просто бомба. Это реально бомба. Я обязательно сниму отдельный ролик, как я делаю тон. У меня, кстати, есть уже шортс. Я оставлю вот здесь или вот здесь. Я каждый раз, по-моему, здесь. В подсказках. И обязательно посмотрите, потому что там я показываю нанесение всех продуктов полностью на лицо и конечный результат. Так что я советую вам взглянуть, и, может быть, вам что-то понравится. Ну что, я думаю, что я буду заканчивать эту часть ролика. Здесь я показала в основном уход, а декоративное, наверное, я оставлю на вторую часть, потому что там огромный пакет. Я думаю, что вам будет просто неинтересно так долго смотреть, и мне будет слишком долго оставлять на это все ссылки. Поэтому я надеюсь, что вам понравился этот ролик, что вы за мной соскучились и ждали распаковки. Они будут, но просто не так часто выходить. Я немножечко, во-первых, устаю от распаковок, а во-вторых, у меня нет столько денег, чтобы покупать столько продуктов. Собственно говоря, обязательно поставьте лайк под этот ролик, не забывайте о моем конкурсе в Телеграме, переходите по ссылке в описании, ставьте лайки, комментарии. Я безумно благодарна всем за вашу активность на моем канале, за то, что у меня уже 2000 подписчиков. Спасибо вам огромное еще раз. И мы встретимся с вами совсем скоро во второй части этой распаковки. Поэтому всем пока!